Добрый день всем. Сегодня мы начинаем конференцию на тему введения метода тарифообразования альтернативная котельная. Сегодня мы пригласили профильных специалистов и экспертов, которые дадут разъяснение о новой методике. Представлю наших спикеров. Это Александр Черепан, министр энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области. Добрый день. Сергей Цепровский, директор департамента по регулированию цен и тарифов. Добрый день. Добрый день. Алексей Егоров, исполняющий обязанности заместителя главы города. Добрый день. Марат Фитпулов, директор Ульяновского филиала Т+. Добрый день, да. И Руслан Хайров, руководитель Ульяновского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Добрый день. В первую очередь вопрос Сергею Викторовичу. Выросли ли тарифы с 1 января, потому что этот вопрос очень волнует города. Да, еще раз, наверное, все-таки на эту тему как раз и отвечу. Дело в том, что, несмотря на то, что тариф будет рассчитан методом альтернативной котельной, с 1 января тарифы на тепловую энергию, как, впрочем, и все остальные тарифы, останутся неизменными. То есть у нас по закону тарифы в первом полугодии следующего года равны тарифам второго полугодия предыдущего периода. Поэтому с 1 января тарифы не изменятся. Следующий вопрос Александру Яковлевичу. С точки зрения модернизации и надежности теплоснабжения, что даст альтернативная котельная города в целом? Спасибо. Здесь очень, наверное, самый главный это вопрос, зачем городу надо вот единая ценовая зона и альтернативная котельная. В самом законе заложена главная идеология и принцип модернизации или лучше вот понятным языком сказать обновление всех инженерных систем, это трубопроводов, камер, элеваторных узлов и так далее. Значит, если взять по городу Ульяновску, то при общей протяженности более 500 километров сетей, если в двухтрубном исчислении взять их, начиная там от тысячного и заканчивая 80-м диаметром, 70% изношены. Это только трубопроводы. А еще теплоисточники нерациональные, неэффективные, которые убыточны сегодня для организаций, которых эксплуатируют, которые по планам, например, строительства, застройки, новые микрорайоны будут сноситься, старые дома строятся новые. Где взять для них новые мощности? Поэтому мы как раз рассматриваем вопрос обновления трубопроводов, инженерной, коммунальной инфраструктуры, как раз главной задачей этой альтернативной котельной. Коллеги, значит, с Т+, когда делали расчеты по вложению средств в обновление этой инфраструктуры, посчитали, что за 10 лет они по годам вложат 7,8 миллиарда рублей в эти работы. То есть это те деньги, про которые нам и мечтать не приходится. Даже вот сегодня на уровне правительства обсуждается вопрос формирования программы, так называемой 60+. То есть это программа, которая должна направить средства в города, поселки, там села на модернизацию инженерных сетей со сроком эксплуатации, у которых уже износ выше 60% наступил. Мы, пользуясь законодательством Российской Федерации, изучая опыт лучших районов, регионов, которые уже внедрили, мы видим, как там изменилась ситуация, и система теплоснабжения стала надежней. То есть ведь главное для жителей не платить больше, а при этом иметь гарантированную поставку ресурса, тепла, воды. И вот... Спасибо за вопрос, что в плане надежности. А кому нравится, что мы сегодня или весной, или осенью, вот при такой температуре открываем форточки и ничего сделать с этим не можем? Вот пеняем, что у нас перетоп, нам жарко, а сделать ничего не можем, потому что природа сама устроила так в советские времена систему теплоснабжения, что она рассчитана вот на среднестатистическую температуру по палате, как говорят у нас. И нельзя ничего сделать, пока сильный мороз не установится. А вот когда мы начнем обновление систем,
то мы сделаем индивидуальные тепловые пункты, которые будут готовить горячую воду только тогда, когда надо. Мы не станем гонять этот теплоноситель 65 градусов, когда надо всего 45 на котельной. Вот многие же пример приводят, когда котельная своя топится, там температура 44-46 градусов. А мы не можем ТЭЦ заставить так работать, потому что в открытой системе теплоснабжения она обязана как минимум 65-70 поставлять горячую воду для санитарно-эпидемиологических требований по СанПину. Поэтому вот эти все вопросы, они как раз и заложены идеологически в то, чтобы решить, и у людей появится и надежность, и постоянное тепло, и они не станут платить больше. Они не станут платить за то, чем не пользуются, за излишки тепла, которые вот сегодня, к сожалению, они есть. Спасибо. Алексей Геннадьевич, вопрос к вам. При переходе на новую систему, какие задачи будут стоять у органов местного самоуправления и как будет контролироваться деятельность единой теплоснабжающей организации? Спасибо за вопрос. Значит, я постараюсь точно так же, как Александр Яковлевич, максимально доступным языком рассказать, что нас, что ждет администрацию города, органы местного самоуправления в этой части. Ну, все мы знаем, что вчера прошли публичные слушания по утверждению схемы теплоснабжения города Ульяновска на 2020 год. Сейчас мы находимся на стадии, на этапе согласования данной схемы в Министерстве энергетики Российской Федерации. И следующий момент, как бы у нас пойдет подписание соглашений со всеми ЕТО и утверждение, определение, совместное утверждение стандартов качества предоставляемых услуг. Так вот, теперь полномочия органов местного самоуправления – это контрольная функция. Контрольная функция за исполнением данных соглашений. В этих соглашениях будут отражены мероприятия, значит, схемы, значит, инвестиционные мероприятия. Как Александр Яковлевич сказал, достаточно серьезные большие объемы, финансовые емкие в том числе. Поэтому, значит, основной полномочия, да, это контрольная функция. Следующей контрольной функцией также будет являться, это, значит, контроль за исполнением стандартов качества предоставляемых услуг. Температура теплоносителя, своевременное устранение инцидентов на сетях и все остальное прочее, это как бы тоже полномочия города Ульяновска, администрации города. Ну и самый важный момент, это контроль за непревышением предельного уровня цены на те услуги, которые будут оказывать ИТО. Вопрос к Марату Рифатовичу. Новая схема уже одобрена. Вот какие ключевые задачи ваша компания ставит на переходный период и какие объекты будут модернизированы в планах у вас? Ну да, действительно, вчера была одобрена схема на публичных слушаниях. То есть это на самом деле только первый этап или второй там после получения замечаний. Нам еще предстоит в ближайшее время подать документы после устранения тех вопросов, которые были озвучены на вчерашних слушаниях, и до этого они поступали в течение периода там 20 дней, когда находилась на сайте. Мы должны устранить эти замечания и актуализированную схему со всеми правками должны направить в Минэнерго. Минэнерго будет назначена дата рассмотрения, и, соответственно, она будет представлена к защите. И экспертное сообщество под председательством там, или в здании Минэнерго должно принять решение, действительно ли оно соответствует всем существующим требованиям законодательства и отвечает ли на все вопросы. Если говорить про компанию Т-Плюс, действительно, мы ее очень тщательно и долго обсуждали, мы рассматривали и учитывали интересы всех участников теплового рынка, о чем мы и вчера говорили. У нас есть избыток мощности, про который сказал Александр Яковлевич, с которым точно нужно не то чтобы бороться, но принимать решение для того, чтобы не оплачивать избыточную мощность, существующую на сегодняшний момент. Ведь если говорить про отдельно взятые предприятия, у которого на балансе там 3 или 5 котлов, а работает один, мы же все понимаем, что все 5 учтены в тарифно-балансовом решении, на все 5 нужно осуществлять и тратить какие-то издержки, и, соответственно, это все включено в тариф. Это первая задача. И мы на самом деле проговорили и договорились с муниципальным предприятием «Городская теплосеть», которая имеет на балансе достаточно большое количество из теплоисточников, а их модернизации.
Модернизация будет осуществляться в общем из инвестиционного потока, который тоже уже был озвучен, 7,8 миллиарда. Будем где-то принимать решение о переключении к централизованным системам теплоснабжения, где-то будем модернизировать теплоисточники, вплоть до того, что будем ставить новые современные блочно-модульные котельные. Все это будет принято в рамках проектных решений уже по тем предварительным документам и решениям, которые будут направлены в Минэнерго. Предусматриваются и вопросы вот этих слабодневных перетопов, недотопов и так далее. Сегодня мы имеем большое количество центральных тепловых пунктов в городе Ульяновске, которые не то что морально, но уже и где-то физически устарели. Необходимо принимать современные технологические решения, которые бы позволили нам регулировать параметры теплоносителя. Да, Александр Яковлевич тоже уже сказал, и возвращаюсь опять к его словам, мы не можем поставлять ГВС ниже 60 градусов. Но, к сожалению, у нас сегодня система такова, и она устарела до такой степени, что все 60 градусов сегодня в батареях. Это неправильно. И сегодняшняя платежка зачастую, о которой мы тоже сегодня уже говорили, она складывается не столько из цены, а складывается из количества потребленного тепла, которое просто откровенно в открытые балконы и форточки улетает. Но оно прошло через узел учета и отразилось в платежках граждан. Я мог бы дальше продолжать, но на самом деле, говоря о схеме, я думаю, что она из последних, на самом деле, схема теплоснабжения защищалась первой в 2014 году, она требует ежегодной актуализации, она в прошлом году была актуализирована. Сегодняшняя схема, на мой взгляд, она наиболее актуальная, наверное, сильная, если можно применить такую формулировку. Я думаю, что в Минэнерго, безусловно, будут вопросы, но на них будет гораздо легче отвечать, потому что она сегодняшнюю схему отвечает и удовлетворяет требованиям Минэнерго. Спасибо. И вопрос Руслану Рафатовичу. Расскажите о вашем мнении вот по этому методу, альтернативная котельная. В том числе, я знаю, что к вам обращались много жителей, которые задавали вопрос, почему в одном доме один платит одну цену, а другую в два раза больше. Вот. Да, спасибо большое. Да. Во-первых, хотел бы поблагодарить коллег за то, что данная тема освещается наиболее массово, скажем так. Да. В итоге мы обсудили этот вопрос на всех, наверное, общественных площадках, всех публичных площадках, которые у нас в городе и в области имеются, для того, чтобы жителям объяснить ситуацию. Действительно, последние годы стабильно к нам поступали обращения от жителей с вопросом, как же так, почему у соседа в соседнем доме, в таком же доме, такая же квартира, одна стоимость тепловой энергии, да, то есть за отопление, а в другой квартире, то есть в другом доме, в соседнем, другая. В итоге мы, конечно, пытались объяснить именно с точки зрения закона, да, но жителей зачастую мало интересует, как там она, что такое экономическая обоснованность и так далее. Жителям необходим справедливый тариф, да, а справедливость заключается в единообразии, то есть действительно в одном городе должен быть один тариф на одну тепловую энергию. Соответственно, данная реформа, данное изменение, мы долгое время добивались этого, мы, то есть, просили от региональных властей, чтобы какие-то меры принимались по данному вопросу. Также выносили на площадку Национального центра общественного контроля федеральные органы власти, да, то есть Федеральную общественную палату. И, наконец, мы к этому пришли. То есть, данное изменение позволит выровнять тарифы без существенных увеличений, то есть, где будет установлена справедливая цена на гигакалорию, на единицу измерения теплоты, да. И в данном случае я считаю, что данный подход позволит восторжествовать справедливости. И граждане будут уже понимать, за что они оплачивают, как они оплачивают, почему такой тариф и так далее. Данная справедливая цена была установлена, исходя из так называемого метода альтернативной котельной. Некоторые считают, что будут строиться какие-то котельные дополнительные. Это не так. Данный тариф, скажем так, цена за гигакалорию была установлена департаментом цен и тарифов. Она экономически обоснована для абсолютно технически исправного, современного, модернизированного теплоисточника, который бы подавал тепло в наши дома. То есть, а не из, скажем так, экономической обоснованности той или иной котельной, того или иного теплоисточника, у которых, мы знаем, разное было состояние, и сейчас состояние у них, у некоторых оставляет желать лучшего. И, соответственно, у них и тариф мог быть выше, чем у остальных, порой даже до двух раз доходила разница. И в этом случае жители, естественно, испытывали недовольство такой ситуацией. Поэтому данное изменение мы считаем положительным и считаем, что в дальнейшем мы можем
контролировать совместно с общественными институтами, да, и призываем граждан и жителей в случае каких-либо нарушений, изменений, то есть недобросовестных отражений каких-то платежек, обращаться к нам в Центр общественного контроля, а мы будем уже решать эти вопросы. Я надеюсь, что таких, конечно, ситуаций не сложится. Спасибо. Дорогие коллеги, вопросы? Спасибо, что принимали участие. Тогда закончим нашу пресс-конференцию. Спасибо. До свидания.